Дэдпул 2. Предстоящий американский фильм о супергерое, основанном на комиксах Роба Лайфилда и Фабина Ницци. Издательство Marvel Comics является сиквелом картины, вышедшей в 2016 году, и 11-м фильмом из киносерии «Люди Икс». За режиссуру фильма отвечает Дэвид Лид. Вот это поворотск! За сценарий Ред Трис, Пол Верник, Райан Рейнольдс и Дрю Годдард. В главных ролях Райан Рейнольдс, Марена Бакарин, Т. Д.Ж. Миллер, Лесли Агамс, Бриана Хильдебранд, Стефан Копичич, Ангел Руск. Зази Битц, Джош Бролин и Джек Кесси. К ноябрю 2016 года Фокс запланировала третий фильм, в котором... Вот это повар! Эй ты, мать твою, сука! Вот это повар! Эй ты, мать твою, сука! Так-то я мог и с мобилы позвонить. Ты смотри. Вишневая мороженка. Ты будешь? Можешь не отвечать. Нет, позвонить-то я успел. Костюмеру Лейерду. Он обычно помогает мне с костюмом. Вот как у других так быстро выходит? Проходи тут не я, Логан, ты, может, и выжил. Ему-то во что переодеваться? В алкоголичку, блядь, и джинсы. Эй ты, мать твою, сука! Да потика, чтоб маленько. И вперед в загул по борьбе с преступностью. С днем обнимашек с Каалой. Вот это поворот! Вот это поворот! Вот это поворот! Низкопрофильной резины, блестящих, прямоточных глушителей огромных размеров, пердаков, заниженной подвески или ТН, глухой тонировки. Эй ты, мать твою, сука! Март, ты мне деньги должен. Ты старел из Джоуи. Я все платил. Да? Да я сейчас тебя зарежу. Убирайся из города, падла. Я убью тебя! Ну будь разумным, а? Веном Человек-паук убивает Венома с помощью песочного человека.
Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонис, чертов, будь ты проклят. Иди, идиот, трахать тебя, всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, говно. Эй, ты, мать твою, сука. Подобно реальным симбиотам, для того, чтобы выжить, он нуждается в носителе, как правило, в человеческом. Появился благодаря зарядке остатков венома энергии мистера негатива. Единение с симбиотом предоставляет его владельцу сверхчеловеческие возможности, но в отличие от других симбиотов. Кино с 4 октября.